Подобное як две кропли воды. Фестиваль «Близнят» объединил Минску больше 200 пар. Братов и сестер, двойнят и тройнят. Разом с батьками на сцене сустракали самых маленьких удельников свята, а после больше дорослые демонстрировали свои творчие здольности. 1 октября нам исполнилось 4 года. Конечно же, когда нам только сказали о том, что у нас будут тройняшки, это было, конечно, очень неожиданно, но одновременно это, конечно, большое счастье. Утро у нас начинается с обнимашек, с поцелуев, поэтому я счастливая мама. Фестиваль «Близнят» Минск проводится уже 4-й год, а усяго в нашей краине амаль 1500 семьев, у яких подрастают близняты, двойняты або тройняты.